Жизнь – это движение крови диафрагмы. Сегодня я помедитировал и решил выдать истину, которая всегда очень проста, и именно поэтому никто ее не принимает. А истина состоит в том, что жизнь – это движение крови. Если кровь стоит, человек умирает, клетки перестают функционировать. А вот двигателем крови является диафрагма, которая находится между легкими и сердцем с одной стороны. Здесь сердце, здесь легкие. А ниже диафрагмы находятся органы живота. И вот эта диафрагма при вдохе, она сжимается, опускается вниз, а при выдохе расслабляется, растягивается, давит на легкие и поднимается вверх. И вот это является поршнем, который качает кровь. При вдохе диафрагма опускается, и в легкие создается разрежение, туда устремляется синяя кровь по сосудам низкого давления. Когда человек выдыхает, диафрагма поднимается, давит на легкие, и из легких выходит красная кровь. То есть кровь высокого давления, красная, качается при выдохе, а кровь низкого давления синего цвета качается при вдохе. Сердце не качает кровь, сердце лишь регулирует количество крови, необходимое человеку при той или иной нагрузке. Это я вам дал объяснение своей новой теории кровообращения, которая проста, как обычная губка, которую, если мы сжимаем, из нее выходит и воздух, и жидкость. И если губку мы растягиваем, то в губку входит и воздух, и жидкость одновременно. То есть, когда движется диафрагма, человек одновременно и дышит с помощью диафрагмы, и с помощью этой же самой диафрагмы качает кровь. Если вы осознаете этот процесс и начнете ритмично, в ритме полного дыхания йогов, дышать, то у вас восстановится зрение, у вас появится сила духа, уверенность в себе, в том, что вам никакая медицина не будет нужна. А теперь я вам показываю упражнение. Я буду показывать движение диафрагмы вот этой правой рукой и расширение и сжатие легких левой рукой. Я вам пропою сейчас молитву «Господи помилуй». Господи прости, помоги мне, Господи, жизнь свою спасти. Мухаммадан расул.
Харе Кришна, Харе Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе. Я преднамеренно вам пропел молитвы и мантры всех основных религий. Вы увидели, что полное дыхание йогов – это дыхание на 8 ударов сердца при выдохе и 8 ударов сердца при вдохе. Этот ритм заложили все пророки в свои мантры и молитвы. Я молюсь по утрам 3-4 часа днем и вечером, и желательно это делать, глядя на солнце. Вот такую простую истину надо не только понять, но и применять. Одно понимание ничего не даст. Вы чувствуете, какой голос у меня стал после молитв? Мощный, убедительный и ум острый, и позволяющий объяснить сложные вещи простым языком. А теперь я вам покажу, как дышат дельфины под водой, не набирая воздух через нос, а манипулируя воздухом и кровью, молча под водой. Первый раз я вдохну, а потом сделаю имитацию полного дыхания йогов дельфинами. Кит вынырнул, и скопившийся углекислый газ за время подводного плавания с помощью фонтана мощно выдыхает. Я вам показал, как кит и дельфин качают кровь под водой, не беря воздух из атмосферы. Он сжимает и разжимает легкие, и его диафрагма качает кровь при вдохе, при псевдовдохе. Синюю кровь набирает в легкие. А при псевдовыдохе, когда диафрагма давит на легкие, из легких выходит красная кровь высокого давления. В прикрепленном комментарии я дам ссылку на мою новую теорию кровообращения. Разбирайтесь, живите долго и не кушайте таблетки, они только на время помогают. А вот полное дыхание йогов поможет вам и прозреть, и получить хороший голос, и усилить свою уверенность в себе. Господи, помилуй. Господи, прости. Господи.
жизнь свою спасти. Господи, помилуй. Господи, прости. Жизнь свою спасти. Помоги мне, Господи. Жизнь свою спасти. Господи, помилуй. Господи, прости. Помоги мне, Господи. Жизнь свою спасти. Господи, помилуй. Господи, прости. Жизнь свою спасти.
Господи, прости. Помоги мне, Господи. Жизнь свою спасти. Господи, помилуй. Господи, прости. Помоги мне, Господи. Жизнь свою спасти. Господи, помилуй. Господи, прости. Помоги мне, Господи. Жизнь свою.